Однажды цыганка нагадала кому-то дальнюю дорогу, а поехали почему-то по ней мы. Что она еще кому нагадала, непонятно. Наверное, утонуть в лесу и заблудиться в воде, но мы уже освободились от ее проклятия. Для проверки этого Серега привез меня на гонку Red Fox Adventure Race. Все это безрассудство совершается в красивых природных местах, в которых еще не ступала нога солевого наркомана. Но мы не какие-то наркоманы, мы, сука, спортсмены. Только спорт. Иногда имбирь, чтобы взбодриться. И очень любим, когда красивое показывают. У нас было 3 пачки купатов для гриля, 75 таблеток лапирамида, 20 шампиньонов, 2 литра газа для гриля и сам гриль. Соломка, наполовину наполненная изотоником, 2 круга пуэра, и целое море разноцветных пакетиков с гелями. Не то, чтобы все это было категорически необходимо в поездке, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьезно. В общем, чтобы все съесть, надо бежать. Гражданин, что тут принимали? Не, ничего не принимал. Гражданин, что тут принимали? Не, ничего не принимал. Гражданин, что тут принимали? Не, ничего не принимал. Гражданин, что тут принимали? Гражданин. Гражданин. Чё-то принимал. Принимал. Ложь за правду. Принимал. Зло за добро. Принимал, что принималось. Принимал я вообще все. Принимал. Ложь за правду. Принимал. Зло за добро. Принимал, что принималось. Принимал я вообще все. Принимал. Ложь за правду. Принимал. Зло за добро. Принимал, что принималось. Принимал я вообще все. Принимал. Ложь за правду. Принимал. Зло за добро. Принимал, что принималось. Принимал я вообще все. Принимал. Ложь за правду. Гражданин, что тут принимали? А что еще? Что еще принимали? Ну, спиды, а че? Принимал спиды, спиды, а че? Да, принимал спиды, спиды. Принимал спиды, спиды, а че? Да, принимал спиды. Песня не про нас. Она про общую неясность это мотивации у всех участников. Первый тут в четвертом наш. Часу ночи неясно, а откуда теперь взялась мотивация и почему Серега еще говорит. Просто не сбрасывай высоту. А, нет, даже набирай. Набирай, да. Туда пойдем. Да. Как оказалось, там много увлекательного. Блин, болото, бурелом, скользкие камни. Грести, бежать, умирать от усталости. Серега. Куда мы идем-то вообще? Ты знаешь? Идем к маленькой полянке на вершине горы. Там КП. Да, признайся уже, что мы потерялись, да и все. Сколько мы идем? 3-й час. 12. Мы продолжаем куда-то ехать. 16,5 часов, 145 километров. И нам только начинает это нравиться. Отличная погода, отличная природа, веселье. Всем хочу такого пожелать. Серега. Там красиво. Там красиво? Да. Блин, представляете? Вы такого не увидите. Там красиво. Вот. Нас еще не едят комары. Мы их вчера накормили. Вот. Чем мы еще? А сами, а нас Женя накормила вообще. Сейчас еще сосиски поедем жрать. У нас по плану спать и купатый гриль. Всё лишь гриль, да. Это гедонизм, Red Fox. Что там еще? Как это гедонизм. Портвейн мы вчера выпили. Сегодня есть безалкогольное пиво. И мы будем тусить. Все. Кетонизм еще какая-то херня. Как же называется? Гастро. Гастро Red Fox.
гастро. На третьи сутки у людей отказывает чувство юмора, они перестают наслаждаться пейзажами и пытаются нанести травмы организаторам, поэтому гонку ограничили 2 сутками. Но как этим можно не наслаждаться? Упоровшись до невменяемости, я попрошу поднять мне веки, чтобы взглянуть на эту красоту. В последний раз. Мы повеселились и решили в следующем году приехать повторить. Очень хочется медали. Кэтамада такой затейник.